честь 110-летия со дня зарождения Якутского национального театра труппа СХ Академического театра имени Платона Аюнского выехала на гастроли по странам СНГ и городам России. Первой точкой евразийского маршрута стало сердце Центральной Азии, Республика Кыргызстан. Все подробности у Айсены Бурнашовой. Фасад главного драматического театра Киргизии имени Абдумамунова уже украшен афишами якутян. За 90 лет своего существования этот театр осуществил более 500 спектаклей. Сейчас драмтеатр активно сотрудничает с заграничными труппами и уже в четвертый раз с теплотой принимает братьев по сцене. Мы должны сохранять связь между нашими театрами, между нашими государствами, потому что в искусстве, я думаю, нету границ. Совсем скоро на главной сцене Бишкека состоится премьера «Хунские повести. Граница» по мотивам Николая Лугинова в постановке Лены Ивановой «Грим». Спектакль готовится рассказать о трех друзьях, которые воспитываются в военных условиях на границе Китайской империи. Спектакль исполняется на якутском языке. Хоть искусство и не имеет языковых границ, но на случай недопонимания в день премьеры жители и гости Бишкека смогут воспользоваться аудио- и титропереводом. На киргизской сцене помимо премьеры Саха-театр также представит легендарные спектакли «Желанный берег мой» и шекспировский «Тит». Мы назвали эту поездку, конечно же, евразийские гастроли Саха-театра, легенды Саха-театра. Между странами СНГ, между странами Евразии необходимо возродить те контакты, связи, те духовные, исторически сложившиеся связи, которые были. Поэтому эти гастроли очень ответственны, они имеют за собой такой не только художественный смысл, но еще и, скажем так, общественно-политические значения. Первое выступление прославленной труппы Саха-театра состоится уже 16 октября. В течение трех дней все желающие смогут окунуться в тонкий театральный мир и ближе познакомиться с игрой якутских актеров. Зрительский зал драмтеатра может расположить до 600 человек. В дни выступлений якутян ожидаются многочисленные встречи с видными деятелями Киргизии, представителями власти и культуры. Отметим, что это турне является первым из трех крупных проектов юбилейного сезона. Далее уже в Якутии ожидается декада спектаклей и мероприятия, посвященные юбилею народного артиста России Андрея Савича Борисова. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Бишкек, Киргизия.